Однажды жил лесоруб. Он вырубал все деревья, которые ему попадались на взгляд. И из этих деревьев он делал бумагу. Ты что, бумагу же можно делать из бумаги, которую уже давным-давно использовали. Он говорил, та бумага тогда будет грязной и никому не нужна. И он продолжал вырубать деревья. И когда в районе Красногорска не осталось ни одного дерева, он понял, что лучше было послушаться советов своих друзей и приятелей.